структуру. То есть я еще докупал батареи. Просто мне дайте подать на камеру. Ну, больше 30 штук, я ее еще летом как-то. Сколько? Больше 30 штук. А. И. Еще такая дорогая. Это еще я Яндекс.Маркет там прошу. Сейчас десятку в общем камеру выйдет. А так они больше 40 вообще. Ну, от такого уровня. Чего он тебя так сточен? Да. Чего он тебя так сточен? Ну, сбоку. Там не точно будет. Но на вопрос 4К, но надо ли? С очень большим объемом памяти. Да. Кому не надо, так не берет. Ну, видишь, что пропитку свою делает. Должен быть. Да. А чего, поторопились записать этот удар? Это с разбоя? Да. Да ё-моё. Сказали бы мне по камеру. Сразу два шарашки? Сказал бы, что знали. Сказал бы, что забьёшь, да, это камеру подъехал. Ё-моё. Какой удар. Поднимали. Что это ж ты? У нас коллекция. Да. Там, где родители, родители нормально поставил. Ровно все стояло, да? Ну да, странно еще, да. Ну, может, Данин натренировался. Так, из дома, да? Угу. Вася. Еще Олег с тобой ничего? Делай шаг. С этого, с этим Киевом. Да. Все помнят, значит, в московскую, помимо двух, после сударения двух бортов, либо переката середины борта, засчитывается, если красный шар встал в двух диаметрах от лузы. Если красного докатили до лузы, ну и он вблизи лузы, то он и рассчитался. Вообще, да, достаточно одного сударения, одного борта и не до лузы. Просто в зону лузы достаточно после ударения. А разбой активный? Нет, активный. Активный, но опять же, если красный у тебя останется здесь, то все. Активный, да? То есть ты шара стандартный лотов. Я говорю, если красный у тебя будет в зону лузы останется. Нет, я имею в виду, если не останется. Если не останется, то да. Это три шара или два переката одного? Да, да. Тебе не стыдно? Ну, он Киев дураком гоняет. Какого?
Ладно, все по правилам будет. Не привыкнул? Да. Привыкнул. Желание любить его.
подхожу. А нет, больше я. Я его продал. Какой? Неудачный? А? Ломанный который? Ну как ломанный? Ну да, ломанный. Вот такой ты неправильный барыга. Банчил. Че, почему? Я его предупредил, что он не совсем ровный. Кривой, не совсем ровный. И ломанный. Чужими меня тренируют. Резаными чуть-чуть.
Сомневаюсь. Не вообще. 8 на 7. Настолько сильно промахнулся. Слушай, а почему ты посмотрел, у тебя здесь свой стол, почему сюда свалика не было? Хрен вот. Я еще пока не знаю. Жар выкинул, но... Так. У тебя 5 или 4 получается? 5. Где записывай? Это первое место, даже он на строчку поднял. Да, конечно. Это же не разыгрались нормально. А вон, ребята, освободились. Можете открывать еще один стол, если... Thank you.